Экономика, бизнес, финансы. Программа «Экономика». Новости экономики в Кирове. Кировское предприятие будет выпускать шкатулки для зарубежной компании. Организации из нашего региона приняли участие в международной выставке упаковки. 20-я юбилейная выставка завершилась в Москве. В ней приняли участие 714 компаний из 38 стран. Участие в выставке кировских организаций финансировалось в рамках мероприятий, направленных на продвижение продукции малого бизнеса. Свои продукты представили компании-производители сувенирной упаковки из натуральных материалов «Азимут» и «Каповская шкатулка», а также художественная мастерская «Нежный ветер», которая занимается текстильной сувенирной упаковкой, и завод «Литон», который производит упаковку для молочной промышленности. Одним из важных результатов выставки стало подписание договора компании «Азимут» на поставку шкатулок для упаковки парфюмерно-косметической продукции для российского филиала одной из известных зарубежных компаний, сообщает правительство области. Программа «Экономика». «Алексавто» продает автобусы предприятиям. Конкурсный управляющий организации сообщил о торгах по продаже транспорта, пишут бизнес-новости в Кирове. Открытый аукцион состоится 3 августа. На торги выставлены несколько лотов. Среди них автобус «ГАЛАЗ» 2007 года выпуска стоимостью около 1 000 000 рублей. 3 транспортных средства стоимостью по 125 тысяч рублей, а также автобусы по цене 450 и 225 тысяч рублей. Кроме этого, на торги выставлен «ПАЗ» 2004 года выпуска стоимостью 177 тысяч рублей. Первые торги 28 мая были признаны несостоявшимися. Экономика. В Вятский социально-экономический институт можно поступить бесплатно. В этом году для поступающих в ВСИ определена широкая линейка льгот по оплате за обучение. Для абитуриентов с высоким количеством баллов оно будет бесплатным. С правилами приема и информации для поступающих можно ознакомиться на сайте www.vsi.ru в разделе «Для абитуриентов». И курс валют на сегодня. По данным ЦБРФ, доллар стоит 55 рублей 52 копейки, евро 61 рубль 52 копейки. На этом все. В студии работала Дарья Топузлиева. Программа «Экономика» на 101 FM.